презентация небольшая. Цель – научить определять, когда необходимо делать ротацию. Успех тройной механики зависит от контроля игровых ситуаций с мячом на сильной стороне, где находится ведущий и ведомый судья. Ротация всегда инициирует ведущий. Он должен всегда искать причины, а не делать ротацию, а не причины ее не делать. Такое мышление обеспечивает постоянный контроль игры с мячом в передовой зоне между двумя судьями. Ведущий, ведомый и центральный всегда должны знать, когда и как сделать ротацию, и когда переключиться с одной зоны ответственности на другую. Для правильной ротации ведущий должен следовать следующим принципам. Ротация начинается с клоздауна, вот с точки прижимания трехсекундной зоны. Ротацию нужно совершать в определенное время, когда мяч переходит на слабую сторону к центральному судье. Для ротации необходима определенная техника. Оценка ситуации, быстрое движение, атлетичный быстрый шаг и отсутствие колебаний. Общие принципы. Как только мяч в середине площадки, во втором квадрате, ведущий должен быть в клоздауне, в позиции клоздауна. Мяч на слабой стороне, ведущий переходит на слабую сторону. Ведомый опускается в нового центрального одновременно. Ведущий совершил ротацию и контролирует игру, перешел на сторону центрального, старого. Центральный поднимается в нового ведомого, и только тогда ротация закончилась. То есть представьте, ведущий с ведомым начинают ротацию, ведомый становится центральным, ведущий переходит в нового ведущего. После этого, когда ведущий взял игру, центральный поднимается ведомым, и ротация завершена. При походе или броске со слабой стороны ведущий не должен инициировать ротацию. Если проход, бросок, передача или меньше 5 секунд, ведущий не делает ротацию. Почему нельзя бегать? Во время ротации ведущий должен идти быстрым шагом, не бежать. Это позволяет ведущему прервать ротацию в случае броска прохода со слабой стороны и вернуться в начальное направление. Понимаете, почему? Может быть бег, одномоментные такие действия, но самое важное, почему нельзя бежать? Когда я бегу, я уже пробегаю на другой край площадки, и идет проход. И мы, как встречные поезда, не видим, что происходит. А там происходит фол, и центральный не видит, и ведущий не может встретить, потому что контакт происходит прямо перед глазами. 4 этапа ротации. Первое. Клоздаун. Мяч находится в середине площадки, ведущий в позиции. Готов совершить ротацию, когда мяч перейдет на слабую сторону. Если мяч возвращается на сильную сторону, ведущий опять возвращается в базовую позицию. Клоздаун не является позиции для судейства. При переходе к корзине или при броске, проходе к корзине или при броске, ведущий должен выйти из клоздауна, адаптировать позицию, чтобы находиться на достаточном расстоянии и иметь хороший угол обзора. Самое главное, хороший, правильный обзор. Open look, open angle. Открытый обзор, открытый угол. Второй этап. Ротация ведущего и ведомого. Мяч на слабой стороне, ведущий должен делать ротацию как можно быстрее. В это время ведомый занимает позицию центрального, ведомый опускается вместе с ведущим. Этап 2А. Мяч на слабой стороне, ведущий оценивает ситуацию, возможно ли бросок или проход. Технология. Задержка на одну секунду, то есть один вдох, то есть паузу сделали. Если бросок или проход, нет ротации. Я возвращаюсь и на свою сторону. Оценка игры в ограниченной зоне – это следующий этап. При проходе, переходе ограниченной зоны ведущий должен двигаться активно и решительно, и не прекращать судить игру. То есть, если в ограниченной зоне есть игроки, они для ведущего судьи являются первичными, для ведущего. Если там нет игроков, помните, я говорил, судить ближайшего пару активных игроков. Ближайшую, то есть ближайшую. Это может быть на линии штрафа, это может быть на слабой стороне из-за трехсекундной зоны. Посмотрите, клоздаун, мяч вверху, мяч возвратился, ведущий возвратился. Посмотрите, судья ведущий в клоздауне, мяч пошел к центральному, ведущий судья смещается, и посмотрите, куда ведущий судья смотрит. Трехсекундную зону. Можно запустить этот клип, пожалуйста, Егор? Это клипы про ротацию, там, по-моему, их там всего 3 клипа.
Посмотрите. Ведущий судья стоит в клоздауне, все правильно. Ведущий судья пошел в ротацию, ведущий судья. А ведомый, посмотрите, у нас становится два ведомых судьи. Два ведомых судьи. Ведомый судья не пошел в ротацию. Хорошо. Егор, давай дальше мы пойдем. Дальше, ага. Второй этап. Этап 2В. Ведомый занимает позицию центрального. Как только старый ведомый убедился, что ведомый убедился, старый ведомый, тот, который в центрального пришел, что центральный на противоположной стороне принял игру с мячом туда, куда придет ведущий. Старый ведомый, он стал новым центральным. А старый центральный, у него игра с мячом на слабой стороне. Старый центральный, то есть старый ведомый, который стал в позицию центрального, он контролирует игру без мяча. То есть вот посмотрите, ведущий пошел в ротацию, ведомый стал центральным, и он контролирует не мяч, а игру без мяча в трехсекундной зоне. И получается, на какой-то момент становятся два центральных судьи. У одного центрального, тот, который как бы старый, он контролирует игру на мяче. Ведомый, который перешел в позицию центрального, он смотрит на игру без мяча. На мяч смотреть не надо. Этот элемент ротации является самым сложным, так как старый ведомый, который перешел в центрального, часто смотрит на мяч. И получается, мы пропускаем игру без мяча, заслоны и любые взаимодействия в трехсекундной зоне. Посмотрите. Ведомый переходит в позицию центрального, вот я курсором наведу, и в трехсекундной зоне он не контролирует мяч, что перешел на сторону центрального, а он контролирует игру без мяча в трехсекундной зоне. Красные стрелочки, посмотрите. И этап 3Г. Незавершенная ротация ведущего. Если ведущий совершил ротацию правильно, ранний старт, резкий шаг, он сможет в любой момент остановить ротацию. То есть он не бежит, а шагом, и вернуться на начальную позицию, когда есть проход, бросок, передача в трехсекундную зону или меньше 5 секунд. В таких случаях центральный не меняет свою позицию, остается центральным, а ведомый должен вернуться изначально в свою позицию ведомого, который как бы начал опускаться в центральном. Но если ведущий пересек центр щита, позицию кольца, ротация должна быть завершена. То есть он ушел уже туда. То есть уже даже, грубо говоря, он уже ушел на тот край, к новому центральному, уже там, соответственно, нужно стоять. Посмотрите, вот здесь в случаях прохода или броска со слабой стороны ведущий прерывает ротацию при проходе и возвращается оценивать игровую ситуацию. Ситуацию базовую, немножко делает шаг от лицевой линии. Можно включить этот клип хороший? Вот здесь ведущий должен прервать ротацию, а ведущий в этом клипе пойдет делать ротацию и примет свисток наугад под центрального судью. Посмотрите. Ведомый контролирует мяч. Ведомый контролирует. Сейчас пойдет мяч у центрального. Вот если еще раз вернуть, посмотрите, где ведущий. Ведущий, еще раз верните. Мяч у центрального судьи. И под проход, ведущий судья под проход идет, посмотрите. Нужно было остаться под щитом и дальше уйти. Пошел под проход и принимает решение в движении. Принимает решение в движении. Ну, видео можно будет посмотреть. Давайте дальше, Егор. Принимает решение в движении. Вот это неправильно. Смотрите, передача. Мяч у центрального. Ведущий пошел в ротацию, мяч перебрасывается обратно и из-под кольца, не перешел, не перейдя на другой край щита, ведущий возвращается. Ведущий, значит, и четыре этапа, третий этап. Ведущий переходит на сторону мяча. Ведущий. После чего центральный занимает позицию нового ведомого. После того, как ведущий завершил ротацию, центральный последний переходит в позицию нового ведомого.
Зона ответственности центрального и ведущего. Центральный остается в позиции, то, что мы говорили, остается, и смотрит вокруг, возле, следит за игрой около мяча. Ведущий не завершает ротацию, пока ведущий не завершит ротацию и не будет готов принять игровой эпизод. Как результат, во время ротации всегда будет два центральных судьи одновременно, но не на большой период. И ротация центрального судьи в позицию ведомого. Во время прохода из позиции ведомого в центральный должен двигаться назад лицом к кольцу. То есть полубоком, кто-то говорит боком смещаться, с какими-то шагами. В фибовском учебнике написано, он поднимается спиной, лицом к кольцу, спиной к центральной линии и контролирует, остается с игрой. Не проблема, если останется низким ведомым, досмотрит игровой эпизод до конца. Вот смотрите, ведущий перешел, центральный, и вот центральный двигается назад. Теперь ротация после этого вот слайда, ротация завершена. Посмотрите, раз, центральный ведущий перешел, взял игру, центральный видит, что ведущий готов, оп, и ведомый поднимается вверх. Из центрального ведомый зелененький поднимается вверх. Дисбаланс. Иногда бывает, что ротацию не уловили. Бывают ситуации, не все судьи заметили ротацию, игра изменила направление. Нет паники. Есть два выхода во время этой ротации. Если начался быстрый прорыв, как правило, хотя бы один из троих судей в курсе событий. Смотрите, ведущие центральные должны всегда искать глазами своих партнеров в переходе и в центре площадки на центральной определить, кто из них будет новый ведомый, где находится новый ведомый в тыловой зоне. И, соответственно, занимают свои позиции. Кто-то бежит с ведущего, кто-то бежит с центрального. Можно использовать голос, сигналы, привлечь внимание судей, пропустившего ротацию. И второй вариант. Новый ведомый в последнюю очередь исправляет ситуацию. И при пропущенной ротации, при переходе, у нового ведомого больше времени, лучший обзор. Он видит развитие игры и во время перехода. И если нужно, бежит наискосок. Посмотрите, здесь мы видим, ведомый арбитр переходит на другую сторону, и ротация завершается. Видите, два ведомых бежит, кто-то определил, где будет ведущий, кто-то определил, где будет центральный, и ведомый завершает атаку. И вот в этой диаграмме, видите, новый ведомый судья по диагонали. Самое главное, в центре площадки все должно быть зафиксировано. То есть срезает площадку наискосок в столовой зоне. Максимально, чем быстрее мы определим нашу правильную позицию, чтобы у нас не было два ведущих судьи или два центральных. Нужно голос, нужно жест использовать. В центре площадки ведущий и центральный должны определить. И ведомый должен адаптировать свою позицию относительно игрового момента. Хорошо. Есть какие-то вопросы?